Филармонии Черкесской торжественно отметили День социального работника. В Карачаево-Черкесии в этой сфере трудятся более 140 тысяч жителей нашей республики. На торжественном мероприятии присутствовали председатели депутата Народного собрания, представители органов государственной власти, виновники торжества и гости. Дарья Тендит расскажет далее. В зале филармонии было светло и сердечно. В этот день чествовали те, кто своим трудом и заботой делает наш мир чуточку добрее и теплее. Здесь собрались люди, которые готовы подставить надежное плечо и подать руку помощи человеку, оказавшемуся в беде. Благодаря социальным работникам миллионы людей по всей России получают необходимый уход и заботу. От имени главы Карачаева-Черкесии с приветственным поздравительным словом к присутствующим обратился председатель парламента республики Александр Иванов. Ваш труд отличает вас от всех других профессий, заставляет обладать особыми человеческими качествами. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение среди населения всей нашей республики. Вы настоящий герой нашего времени. В этот праздничный день желаю всем социальным работникам сил, терпения, оставаться добрыми и чуткими, несмотря на жизненные трудности. Крепкого вам здоровья, оптимизма и успехов. Доброта – это солнце, которое греет душу человека. Истину этих слов лучше всех знают пожилые люди, инвалиды и все те, кого поддерживают социальные работники. На протяжении торжественного мероприятия выступающие выражали благодарность за их многолетний добросовестный труд. Около 60 лучших работников получили почетные грамоты, в их числе Марина Напшева. Это очень высокая награда для меня, потому что в социальной сфере я работаю уже 15 лет. И работаю именно там, потому что мне очень нравится дарить тепло, радость и видеть результат своей работы. Поздравить всех коллег, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, чтобы на рабочем поприще они получали только позитив, только благодарность людей. Особые слова благодарности также прозвучали в адрес ветеранов социальной службы. Церемонию награждения сменяли музыкальные номера. Концертную программу для виновников торжества подготовили творческие коллективы. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.